Областной краеведческий музей пополнился новым редким экспонатом – бронзовым чеканом. Интересную находку сделал местный житель на одном из промышленных предприятий Ульяновска. Редкое короткодревковое оружие покоилось в песке на дне Камы целые столетия, пока в сентябре этого года его случайно не обнаружили в Ульяновске. Бронзовый этот чекан является ярким образцом древнего искусства и образцом, замечательным образцом искусства бронзолитейщиков эпохи раннего Железного века. Ну, как нам удалось позже выяснить, вот эта песчано-гравийная смесь, в которой он и был найден чекан, была добыта на дне Камы. Всего на территории Волгокамья насчитывается 19 найденных чеканов. Ульяновская находка отличается от всех известных мастерством исполнения. Втулка оружия украшена стилизованным изображением лежащего животного из семейства кошачьих. Проводя глазами по чекану, можно заметить голову хищной птицы, вероятно, грифона, и голову змеи. По заключению специалистов, чекан может датироваться второй половиной VII-VI веками до нашей эры. Вы знаете, что сейчас по всей Российской Федерации есть такая одна большая проблема – это незаконные раскопки черной археологии, так называемые. Поэтому все те вещи, которые сейчас, к сожалению, похищаются, они выводятся за пределы субъекта Российской Федерации, передаются более известным музеям. Поэтому я считаю, что сегодняшнее событие – это как раз знаковое событие для Ульяновской области, в том, что нам удалось сегодня сохранить эту вещь и передать в фонд краеведческого музея. Уже в конце ноября сотрудники краеведческого музея примут участие в международной конференции в Болгарах, где и представят уникальный экспонат мировому научному сообществу. Дарья Судрева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.